Здравствуйте, снова Абдулмалик. Я сегодня вам расскажу про красную икру. В первую очередь я вам расскажу про русский лов. Русский лов – наша торговая марка. Мы работаем тремя заводами на Камчатке. Отбираем самые лучшие, самые хорошие. Есть 100-граммовые, 230-граммовые, 320-граммовые, 480-граммовые. Такая граммовка подойдет прямо для подарка. У нас появились Дары Сахалин, новая икра. Торговая марка Дары Сахалин. Внутри икра горбуша, первый сорт, слабо соль, прямо соль, прямо норма. Я вам еще расскажу про долгожданную икра, торговая марка Парсах. Мы эту икру давно ждали, все спрашивают. Настоящая сахалинская икра Парсах. Долгожданная икра, слабосоленая, высоким качеством. Очень вкусная, давайте ее откроем. Пожалуйста, видите, зернистая, хорошая. Кринка и кринка, прямо. За икрой обязательно проходите рыбный порт «Адмирал» и ждем вас.